поместим здесь, и point position мы привяжем к координаты position position. Вот таким образом. И сейчас, переключая point index, мы, собственно, нашу сферу будем перемещать сейчас от одной вершины к другой. Вот таким образом. И point position перенесем сюда и вытащим здесь координаты position position и применим вот сюда. Сейчас, наоборот, двигая сферу, собственно, мы задаем координату точки у куба. То есть node point, он позволяет не только считывать информацию о точках какого-то объекта, вершинах, но и задавать, собственно, эти координаты, привязывая координаты объекта к координате точки. Следующий нод, очень похожий нод на node point, это нод, следующий после него полигон. В данном случае мы получаем информацию о полигоне, то есть также соединяем его с портом объект. Также есть полигон индекс. Если мы выйдем, допустим, выберем cube, переключимся в структуру, режим полигонов, здесь мы уже, собственно, видим все полигоны, то есть 6 полигонов и информацию о них. Что мы можем здесь узнать о полигонах? Мы можем узнать, собственно, количество этих полигонов. Мы можем узнать координату центра этого полигона. Сейчас у нода результат сменим данные, векторные данные. Вот здесь у нас будет координата. И 4 точки, индекс, point, собственно, каждой точки этого полигона. То есть, если мы их вытащим сюда, каждая точка имеет